Свыше 200 правонарушений среди подростков предотвратили полицейские региона за 4 дня. Стражи порядка подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». Кроме полицейских, в нем приняли участие сотрудники прокуратуры, представители органов образования и члены родительских комитетов. Проверки неблагополучных семей, отработки компьютерных клубов, рейды по увеселительным заведениям. В выходные в областном центре проведен рейд. Ювенальные полицейские посетили две подучетные семьи в рабочем поселке. Дети одной из них находятся в центре адаптации несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении родительских прав. Во второй родительница находится на исправлении. Стражи порядка изучили атмосферу в доме, провели профилактическую беседу. Наркологу обращались? Все рекомендации выполнил. Ребенка забрала. Ага, молодец. Исправляется, путь на путь исправления. В тот же вечер проверен ряд компьютерных клубов, дискобары, а также дворы и переулки. Около часа ночи в районе ЦУМа был остановлен 17-летний подросток без сопровождения законных представителей. Мальчик якобы прогуливался. Составлен административный протокол. С родителями проведена профилактическая беседа. В период с 9 по 12 марта 2022 года на территории областного центра проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Целью данного мероприятия является выявление правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении них. Всего за 4 дня операции в органы внутренних дел области доставлено 142 несовершеннолетних, выявлено 204 административных правонарушения. Из них 108 фактов нахождения подростков вне жилища в ночное время, 50 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Выявлено и постановлено на учет 32 несовершеннолетних и 25 неблагополучных семей. Эта работа проводится ежедневно. Ее главная задача – обеспечить безопасности детей. Наталья Итова при содействии пресс-службы и департамента полиции.